Добрый день! Сегодня сделаем очень короткое видео, посвященное Тесле и параду планет. Делали много обзоров про эту Теслу, и как раз делали эти обзоры в тот момент, когда Тесла пришла на свою поддержку в район $250 за акцию и показали сигнал с максимальной глубиной АО. Посмотрите, как все просто. То есть система шаблон показывает на дневке максимальную глубину, система показывает на 4 часах максимальную глубину, также система показывает и на часе максимальную глубину. Вся эта максимальная глубина выпадает одновременно на всех таймфреймах, которые используют система шаблон. Чистый переход света, и как видим, что уже рост в Тесле на сегодня от парада планет с максимальной глубиной и от канала, который мы начертили, от точки, в которой мы привели эту акцию, составил $120. Хотите верьте, хотите нет, все это очень легко решаемо, так сказать, если используешь систему шаблон парад планет, который использует 9 таймфреймов. Ну а на закусочку, вот просто посмотрели, это самый маленький счетчик, на котором в России, грубо говоря, настроены акции. Я не буду говорить, какая акция сегодня выросла, но вы можете видеть, что на счету полно кэша, в принципе, то есть он даже не весь задействован. Не только плечей нету, и никакого плеча вообще, в принципе, не предусматривается. То есть на счету вообще лежат доллары, лежат рубли. При этом посмотрите с начала дня, какая прибыль. И вот она онлайн вам еще изменяется, какой-то там перерасчет по концу торгов в Америке произошел. То есть 18% за день, это к моей последней передаче о правильности выбора инструмента, как нужно выбрать инструмент, то есть сделал 20-минутный ролик с красивыми видами Праги. И там подробно рассказывается, как профессионалы выбирают инструмент, как они его отбирают, как они детально подходят к тому, чтобы начать его торговать, потому что профессионал не будет использовать плечи, не будет шортить, не будет использовать стопы. Тем не менее, он может, имея на своем балансе кэш, получать вот такие внутридневные доходности, грубо говоря, по счетам. То есть, скажете, маленький счет, я вас расстрою, что все счета у меня давно в Interactive Brokers, не буду делать им рекламу, а то, что находится на российских счетах ради Квика, это то, что можно вам показать, чтобы никого из вас, грубо говоря, сильно не расстроить. Поэтому вот посмотрите, как красиво по параду планет еще раз ушла Тесла наверх, так сказать, четко отработав сигналы. Задумайтесь, какую систему вы используете, какие системы торговли существуют на рынке в течение многих лет в свободном доступе, а сейчас уже, как вы понимаете, за большие деньги. Поэтому всего доброго, до свидания, успехов вам!